Наркополицейские продолжают подсчитывать улов после новогодних праздников. В ходе спецоперации сотрудники наркоконтроля изъяли почти 30 килограммов марихуаны. Этот урожай житель Дубровского района хранил в своем сарае. Несмотря на то, что Новый год начался 2 недели назад, брянские наркополицейские успели поставить несколько антинаркотических рекордов. Стог конопли весом 28 килограмм стал крупнейшей находкой сотрудников ФСКН за последние годы. Прошедшая спецоперация являлась частью масштабной новогодней антинаркотической кампании. За период новогодних праздников выявлено 29 преступлений, проведено 10 значительных изъятий наркотических средств по классификации УНП ООН. И из незаконного оборота изъято 42 килограмма наркотиков. Дубровский наркодилер впервые привлек к себе внимание правоохранителей. Он уже успел не только приготовить часть своего большого урожая к продаже, но и оценить его качество. Теперь же мужчине грозит ближайшие 10 лет провести за решеткой. Вита Семчук, Владислав Боировский, Игорь Винничук при содействии пресс-службы УФСКН по Брянской области.